На протяжении практически 2 месяцев, с 12 января по 3 марта, в шахматно-шашечном клубе «Зарайская ладья» проходил чемпионат городского округа Зарайск по классическим шахматам. В турнире принимали участие 16 человек. Играли по круговой системе в 15 туров. То есть все участники должны были сыграть друг с другом. Основными претендентами на победу считались Валерий Дудкин и Иван Лосев. По ходу турнира к ним добавились еще несколько человек, которые стартовали с побед. Это ветераны Александр Ермаков, Юрий Хасанов, Евгений Пушкарев, а также юный воспитанник спортивной школы Егор Соколов. Неудачно начал турнир Владимир Шматков, уже в первых же турах потерявший несколько очков. Но потом он разыгрался, стал одерживать одну победу за другой и в том числе выиграл у Дудкина и последним туром практически нагнал фаворитов. Но Дудкин с Лосевым шли по турнирной дистанции очень ровно, не давая шансов своим конкурентам. И именно в очном противостоянии решилась судьба чемпионов. Победу одержал Дудкин с результатом 13 очков. У Лосева оказалось столько же очков, но дополнительный показатель, а именно личная встреча, оставила его на 2-м месте. Судьба 3-го места решилась в предпоследнем туре. Шматков обыграл Соколова, завоевав бронзовую медаль. Егор Соколов получил награду за лучший результат среди школьников и, кстати, занял 4-е место в общем зачете, что очень неплохо для юного спортсмена. 5-е место и лучший результат среди ветеранов показал Евгений Пушкарев. Валерия Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. В студии «Квант», Зарайское кабельное телевидение.